Меня тоже спрашивают, а как можно одеваться модно и недорого? Я когда вам собирался, торопился очень, я понял, что мне не хватает черного платочка. Вот черного платочка вот сюда. И у меня под рукой была перчатка. Перчатка антикоронавирусная, черная. Я засунул в эту перчатку картонку, просто обрезал ее и поставил вот так в кармашек. Поэтому у меня здесь просто перчатка шелковая. Супер. Вот, это вопрос о том, как выглядишь. Ну зачем мне покупать платок, допустим, за 5000 рублей? Какой-то дизайнерский. Вот вам выход из ситуации. Это творческое мышление. Вообще это называется в фэшн-индустрии эвристика. Когда можно, знаете, из подручных средств создать что-то интересное.